Здравствуйте все, кто зашел на мой канал. Вы на канале Вязание в радость. Сегодня вместе с вами будем вязать детский чепчик от 0 до 3 месяцев. Посмотрите, какой он красивый. Очень милый. Камера не передает цвет, он такой более насыщенный. Камера осветляет. Но тоже очень красиво получается в таком цвете, если будете вязать на девочку. Вот. Веревочки. Донышко, диаметр донышка 10 сантиметров. Ну, вообще для новорожденного совсем, наверное, будет немножко велик, но к 3 месяцам, на 2-3 месяца самое оно. Вот, здесь такая обвязка в процессе узорчика, когда обвязывается узорчик, ввязывается, не довязывается один ряд, и получается такая красивая обвязочка. Из этих ниточек мы с вами уже вязали. Это Alize Cotton Gold. Мне эта пряжа очень нравится. 55 хлопок и 45 акрил. Она и мягенькая, и в то же время и хлопок, и акрилы. Для ребеночка самое оно. Ну, можете также использовать пряжу Alize Lana Gold. 50 граммов, 160 метров. Здесь 26 шерсть, 26 хлопок и 48 акрил. Тоже очень пряжа хорошая, качественная. Крючком номер 4 вязала. Еще один чепчик связала такой же по узорчику, точно такой же, только из более толстенькой пряжи на возраст где-то 4 месяца. Вот, тоже очень красиво. Цвет тоже камера осветляет. Планирую еще один мастер-класс снять по еще одному чепчику. Тоже вот такой вот милый. Камера тоже осветляет. Посмотрите, какая это красота. Вот, а если еще и пледик связать таким же узорчиком, это будет что-то с чем-то. Вот, устроить фотосессию. Ну и так очень наряд. Может даже и на выписку. Это очень красиво. Если чуть-чуть поменьше донышко связать. И для новорожденного малыша тоже подойдет. Не 10 сантиметров, как здесь, а 9. Вот. Тоже крючком номер 4. Ну, в дальнейшем, если сниму мастер-класс, более подробнее вам все покажу, расскажу. Вот сегодня будем тоже вязать с пряжи Alize Cotton Gold, только в таком голубом цвете, крючком номер 4. Так, ну что, приступим. Для начала нам надо связать скользящее кольцо. Набрасываю на указательный палец ниточку от кончика. И еще раз хвостик оставляем. Фиксируем большим пальцем, завожу крючок под первую ниточку, захватываю вторую, перекручиваю и захватываю ведущую. Вы можете своим способом или в интернете набрать, как кольцо связать. Автоматически образуется у нас. Так, петля. Нам надо связать еще 2 воздушных петли и будет столбик подъема. 1, 2, 3. Сюда в кольцо вяжем еще 11 столбиков с одним накидом. Вместе со столбиком подъема должно получиться 12 столбиков с одним накидом. Вяжем кольцо. Все, мы связали 3, вяжем вместе с вами 4. Остальные я свяжу за кадром, вы свои пересчитайте. Всего должно столбиков получиться 12. Связала свои 12 столбиков, пересчитала. Теперь тянем за кончик ниточки, утягиваем. Так, и при помощи соединительного в первый столбик подъема 1, 2, 3, в третью петлю присоединяемся. Связали. Теперь второй ряд у нас будет прибавка. Из каждого столбика будем вязать по 2 столбика с одним накидом. Всего в итоге получится 24 столбика. 3 воздушных петли подъема. 3. Накид можно вот таким образом вязать. То есть вяжем, сюда же вяжем. Вот. Так, накид. Вот мы из одного столбика связали 2. Следующий столбик за 2 дырочки. Вяжем еще 2 столбика. Первый. Вяжем сюда же второй. Вот уже 4. Накид. Следующий, третий. Тоже прибавка. Итак, вяжем из каждого столбика по 2. Ничего сложного здесь нет. Мы с вами уже вязали чепчики. Вяжем, вяжем, вяжем.
последний столбик тоже увязываем 2 и будем присоединяться при помощи соединить. Так, вот я в конце. Так, накид, последний столбик, вяжем тоже сюда 2 столбика. Связали 2 ряда и при помощи соединительного 1, 2, 3 в третью петлю. Связали. Так, вяжем третий ряд. Столбик подъема 1, 2, 3. Накид. Можно сюда, а можно вот за 2 дырочки. Таким вот образом. Так, связали из первого столбика, связали 2. Накид. Следующий вот на второй столбик вяжем 1. Прибавку не делаем. Накид. Следующий столбик, прибавка. То есть из одного вяжем 2. Первый, сюда же второй. Связали. Так. Следующий столбик, просто столбик, прибавку не делаем. Следующий столбик, прибавка. То есть в начале 2, 1, 2, 1. Я имею в виду с самого начала 2. И потом чередуется 1, 2, 1. То есть прибавка, 1 столбик, прибавка, 1 столбик. Дальше прибавка, 1 столбик. И так чередуем, чередуем. Вяжем. И в конце у нас вот последний столбик. Здесь будет 1 столбик. Все, вяжем. Встретимся в конце. Так, ну вот я уже и в конце. Накид. Здесь у меня 2. И последний столбик. Сюда вяжу 1. Теперь при помощи соединительного первый столбик подъем 1. 2, 3, третью петлю. И так себе проверьте. Я так проверяю. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Чтобы все у вас было правильно. Можете считать. Так, четвертый ряд и пятый ряд будем столбиками без накида вязать. Столбик подъема. 1, 2, 3. Накид. Можете вот сюда вязать. Не за 2 дырочки, а вот сюда. Так, связали. Накид, теперь чередуем. 2. Вот прибавка 2. Прибавка 2. В прошлом ряду вязали прибавка 1. Прибавка 1. То теперь прибавка 2 столбика. Первый столбик связали. В следующий столбик. Вот из одного мы связали 2. Это прибавка. И следующие 2 столбика. Это у нас 2 столбика. Без прибавок. Следующий столбик, прибавка. То есть вяжем 2 столбика из 1. Следующий столбик 1, 2. Первый связали. Следующий столбик. За 2 дырочки не забываем. Следующий столбик, прибавка. Итак, мои хорошие, мы все это чередуем. Так, прибавка 1, 2. Прибавка 1, 2, прибавка 1, 2. Так, чередуем, чередуем. В конце вот у нас 2 столбика. Здесь перед ними будет прибавка и 1, 2. Все, вяжем, встретимся в конце. Так, ну вот я уже и в конце. У меня здесь в конце 2 столбика, здесь прибавка. И в начале прибавка. Между ними тоже, вот видите, получается 2 столбика. Первый столбик, следующий, второй. Так, мы связали 1, 2, 3, 4, 4 ряда. 1, 2, 3, третью петлю столбика подъема присоединяемся при помощи соединительного. Вот наш такой донышко. Теперь вяжем пятый ряд столбиками без накида по такому же принципу. Прибавка, то теперь уже будем 3. 3 столбика. Вот прибавка 1, 2, 3. Прибавка 1, 2, 3. В предыдущем ряду была прибавка 2, прибавка 2. То теперь... прибавка 3. Так, 1 связали, в воздушную петлю связали, сюда вяжем первый столбик без накида и сюда же второй. Вот наша прибавочка. Следующий столбик вяжем, просто столбик без накида, также за 2 долечки. Первый, следующий, второй и третий. Связали. Следующий столбик, прибавка. Первый связали, сюда же второй. Следующие 1, 2, 3, просто вяжем. 1,
два, три. Следующий прибавка. Один, два. Следующий один, два, три. Просто три вяжем. И так мы хорошо чередуем. Вяжем, вяжем, вяжем. В конце 1, 2, 3 будет. Здесь наша прибавочка. Все, вяжем. Встретимся в конце. Так, ну вот я уже в конце обвязала свое донышко. Здесь у меня прибавочка и остается просто 3 столбика. Сейчас мы вместе с вами их и свяжем. 1, 2, 3. И теперь при помощи соединительного в первый столбик. Воздушная петля и столбик без накида. Так, связали. Теперь непосредственно будем вязать уже наш узорчик. Так, вяжем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Еще одна воздушная петля для ровности. Так, теперь накид. И следующие, получается, 1, 1, 2, 3, вяжем таким образом. Первый недовязанный, следующий столбик, второй недовязанный, третий столбик тоже недовязанный. 4 петли на крючке вяжем вместе. Так, связали. Далее 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Накид и сюда в первую петлю вяжем первый столбик недовязанный, сюда же второй недовязанный, 3 петли на крючке вместе, накид. Так, мы были здесь, теперь 1, 2, 3. Из этих столбиков тоже вяжем 3 столбика с одной вершинкой, первый недовязанный, второй недовязанный, третий недовязанный, 4 петли на крючке вместе. Так, вот что же получается. И так вяжется по кругу. Снова 3, 1, 2, 3. Накид сюда, в первую петлю вяжем первый недовязанный, второй недовязанный, 3 петли на крючке вместе. Накид и далее все то же самое. 1, 2, 3. Первый столбик недовязанный. Второй. Третий. 4 петли на крючке провязываем вместе. Вот, связали снова. 3. 1, 2, 3. Накид. Первую петлю. Первый недовязанный сюда. Второй, 3 петли на крючке вместе, накид, 1, 2, 3, точно так же все вяжем, первый недовязанный, второй, третий, 4 петли на крючке вместе, снова этот узорчик вяжем. Так, и что хочу сказать, таких вот 1, 2, 3, они как треугольнички идут, должно получиться 17. То есть вяжете, сейчас можете видео проматывать обратно, как я вязала вот этот вот узорчик, шишечку. Так, и пересчитайте, 1, 2, 3, 4 связали, вяжете, вяжете, вяжете. Должно быть 17 таких треугольничков. И в конце еще свяжем столбик с одним накидом. Вяжите, встретимся в конце. Так, ну вот я уже и в конце. Такая красота уже получается. Я сказала, что таких треугольничков должно получиться 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Связали. Также вяжем. Нет, вот это вот мы не вяжем. Я уже тут навязала лишнее. Так. Воздушная петля. Воздушная петля, накид и следующий столбик, вот он, следующая дырочка. Вяжем столбик с одним накидом. Связали. Здесь у нас в конце остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 столбиков. Вяжем второй ряд узора. Так, 3 воздушных петли. Ряд очень простой. 1, 2, 3. Переворачиваем накид. И там, где у нас вот здесь треугольничек шел, а здесь такая дырочка есть над ним. Не сюда вершинку, а сюда. Вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, сюда же второй и третий. Связали. Таким образом увязывается этот цветочек. Накид, пропускаем нашу вот такую шишечку, снова наш треугольничек, так себе помогаем, не в вершинку этого треугольничка, а сюда немножко со смещением влево. Так. Вот сюда. Тоже вяжем 3 столбика с одним накидом. Вот наш уже такой 1, 2, 3, 4 лепесточка у цветочка. Так, накид, снова пропускаем эту шишечку, наш треугольничек, себе помогаем. И вот эта большая дырочка, вот сюда, не сюда, а сюда. Вяжем также 3 столбика с одним накидом. И так вяжем по кругу, ничего сложного здесь нет. Ряд очень и очень простой. Все вяжем, пропускаем 3, пропускаем 3, пропускаем 3, вяжем, вяжем, вяжем. И встретимся в конце. Получается, здесь у нас 3. И столбик без накида, с одним накидом сюда петлю пропустим, и в следующую свяжем столбик с одним накидом. Все вяжем. Так, ну вот я уже и в конце. Так, накид, пропуская шишечку, последний треугольничек. Вот расширяю себе так, не сюда, а сюда. И вяжу тоже 3. 3 столбика с одним накидом. Так, накид. И здесь у нас в предыдущем ряду было 1, 2, 3, 4. Столбик подъема и воздушная петля. Поэтому мы пропускаем одну петельку вот таким образом, то есть в третью петлю столбика подъема вяжем столбик с одним накидом. Мы связали 2 ряда. Вот с этой стороны уже прям видно наши такие цветочки. Всего узор состоит из 4 рядов. Следующие 2 ряда, и потом снова, начиная с этого ряда, все будет повторяться. Следующие 3-4 ряд, они вяжутся столбиками без накида. Каждый столбик предыдущего ряда. Воздушная петля, переворачиваем. Вот мы находимся над столбиком подъема. Сюда же вяжу столбик без накида. И что мы делаем дальше? Вот наши 3 столбика. 1, 2, 3. Мы вывязываем из каждого столбика столбик без накида. Следующий. За 2 дырочки не забываем. Столбик без накида. Следующий. Столбик без накида. Снова наши 3 столбика. И тоже из них 1, 2, 3 вяжем столбики без накида. То есть из каждого столбика предыдущего ряда мы вяжем столбик без накида. Ряд очень и очень простой. Даже справится самый начинающий. Снова 3. Все по 3. По 3 такие вот у нас. Было по 3, так и вяжем по 3. Следующая группа из 3 столбиков. Тоже вяжем 3 столбика без накида. Итак, вяжем по кругу. Чепчик очень-очень простой. Вот что уже получается. Вяжем, вяжем, вяжем. Свяжите 1, 2, 3. И здесь в столбик подъема свяжем столбик без накида. Так, вот я уже в конце. Мои 3 столбика. Также из них вяжу первый столбик без накида, второй, третий. Мой столбик подъема 1, 2, 3, третью петлю. Также вяжу столбик без накида. Вот мы связали третий ряд нашего чепчика.
вяжем 4 ряд, вяжется точно так же. Воздушная петля переворачиваем и сюда же вяжу столбик без накида. И столбиками без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Тут еще проще. Вот следующий столбик, то есть вот в каждую дырочку за две дырочки. Это я вам уже говорю для дырочек, чтобы было понятно. Вот следующий столбик, вот за две дырочки. И так вяжем до конца ряда. Ничего сложного здесь нет. Все очень и очень просто. Буквально даже за час можно связать, если ни на что не отвлекаясь. Ну, за 2 часа спокойно. Ну, я имею в виду, у кого уже скорость вязания позволяет. Ну, а так за вечер, пожалуйста, все возможно. Все, вяжем. Так, ну вот я уже в конце. 1, 2, 3. И последний столбик, где была воздушная петля и столбик без накида. В предыдущем ряду вяжем столбик без накида. Все, мы связали 4 ряда узора. Вот начиная с треугольничек, потом такие шишечки увязали. Это 2 ряда. И 2 ряда столбиками без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь будем следующий ряд вязать уже с первого ряда. Вот с таких треугольничек. Вот что же получается. Получается красота. Ну, вот цвет у вас может быть абсолютно свой. И желтенький, и беленький. Беленький вообще, наверное, будет смотреться превосходно. Так, и возвращаемся к нашему первому ряду. 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. И воздушная петля для ровности. Переворачиваем. Накид. И то же самое, что мы в первом ряду делали. Вот наши 3 столбика с одним накидом, с одной вершинкой. Здесь мы ничего не трогаем. Так. Сфокусировалась, чтобы получше было видно. Вот 1, 2, 3. Здесь мы столбик подъема связали. И следующий столбик. Первый недовязанный. Следующий недовязанный. Так, и третий недовязанный. 4 петли на крючке вместе. Вот, видите, если вернуться вниз, то как раз соответствуют эти треугольнички, на треугольничком вяжется. Снова 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Накид и вниз спускаюсь. Первую петлю вяжу. Первый недовязанный. Второй. 3 петли на крючке вместе. Накид. Значит, были мы здесь. Следующий 1, 2, 3. Первый недовязанный, второй недовязанный и третий. 4 петли на крючке вместе. И снова вяжем такой же элементик. 1, 2, 3 шишечку. Спускаясь вниз. Сильно показывать не буду здесь уже, потому что уже показывала. Первый недовязанный, второй. 3 петли на крючке вместе, накид и следующий 1, 2, 3. Первый недовязанный, второй и третий. И так будете вязать по кругу чепчик. Вот видите, если вниз спуститься, вот здесь треугольнички, здесь. И также наши шишечки над шишечками. Все, вяжем так до конца чепчика. Вяжем. Видео проматывайте, если непонятно. Здесь будет 3 воздушная петля и столбик без накида сюда. Так, ну вот я уже и в конце. Связала шишечку, накид и последний здесь 1, 2, 3. Это треугольничек вяжем. Первый недовязанный. Второй, если все правильно вяжете, все должно совпадать. Тоже пересчитайте, таких треугольничков должно быть 17. Здесь шишечки уже на треугольничком в конце делать не надо, так же, как и в начале.
Делаем воздушную петлю, накид, и у нас была воздушная петля и столбик без накида. Сюда вяжем столбик с одним накидом. Вот мы связали первый ряд узора, а так это пятый ряд. Второй ряд узора вяжется очень и очень тоже просто. 1, 2, 3, я вам уже его показывала. Так, накид, и там, где у нас треугольничек, вот он, расширяем себе не сюда в основание треугольничка, а левее сюда, ближе к шишечке. И вяжем наши 3 столбика с одним накидом. Связали накид. Шишечку пропускаем. И снова треугольничек. И сюда в большую дырочку, ближе к шишечке. Также вяжем 3 столбика с одним накидом. Связали накид, шишечку пропускаем. Снова наш треугольничек из вершинки сюда. Вяжем 3 столбика с одним накидом. Этот ряд я уже показывала. Так, все, вяжем по 3 столбика из вершинки треугольничка. Пропускаем шишечку. Все, встретимся в конце. Так, ну вот я уже в конце. Накид пропускаю шишечку, треугольничек, и сюда вот большую дырочку вяжу 3 столбика с одним накидом. Второй и третий. Накид, и здесь у нас 1, 2, 3, 4. Одну пропускаю, и получается 1, 2, 3 в столбик подъема, в третью петлю вяжем столбик с одним накидом. Так, мы связали 2 ряда узора, а так это получается у нас 6, да? Следующие 2 ряда вяжем столбик без накида. Воздушная петля, переворачиваем. Мы находимся над столбиком подъема, и сюда же вяжу столбик без накида. И также по группам можете вот 1, 2, 3, также вяжем из вершинки 1, 2, 3, следующие 3 столбика вяжем. То есть вяжем столбиком без накида из вершинки столбиков предыдущего ряда. Ряд очень и очень простой. Все, вяжем, встретимся с вами в конце. Так, вот я уже и в конце. 3 столбика связала, в конце у меня столбик подъема 1, 2, 3, в третью петлю столбиком без накида. Следующий ряд тоже вяжем столбиками без накида. Воздушная петля, переворачиваем. Так, сюда же вяжу столбик без накида. И также в каждый столбик предыдущего ряда вяжем столбиками без накида. Ничего сложного здесь нет. Так, мы уже приближаемся, можно сказать, к концу. Свяжем этот ряд, и, по-моему, последний ряд у нас будет. И потом будем делать обвязочку. Это она же будет и обвязочка, и шнурочки просто будем вязать. Так, ну вот я уже и в конце обвязала свой чепчик. Здесь у нас была воздушная петля и столбик без накида. В предыдущем ряду вяжем столбик без накида. Так, мы связали 8 рядов, и 9 ряд, он будет заключительный. Вот какая красота. Так, и вяжем, как и самый первый ряд. Мы начинали. Так, вяжем 3 воздушных петли, 1, 2, 3, воздушная петля для ровности. Переворачиваем. Так, накид. Сейчас мы находимся здесь, поэтому начинаем с этого. 1, 2, 3. 3 столбика с одной вершинкой. Первый недовязанный. Также должно этих треугольничков быть 17. 4 петли на крючке вместе. Теперь вяжем шишечку. Я уже показывала, как ее вязать 2 раза. 1, 2, 3. Накид, поэтому немного покажу. Так, и сюда же вниз не довязываю,
3 петли на крючке, вместе накид. Сейчас мы здесь, поэтому начинаем 1 2 3, не довязываю, 4 петли на крючке вместе, и снова вяжем шишечку. Вот мы уже вязали такой ряд. Вот, если спуститься вниз, треугольнички на треугольнички, шишечки над шишечками, все вяжем до конца. 3 воздушная петля и столбик с одним накидом. Так, ну вот я обвязала, этот ряд у нас последний в нашем чепчике. Вы видите, такая обвязочка получается, воланчики такие красивые. Так, последнюю шишечку я связала, и у нас здесь остается 1 2 3, и сюда будет столбик с одним накидом. Вяжем последний треугольничек, второй недовязанный, третий. Воздушная петля, накид, и сюда, где воздушная петля и столбик без накида, вяжем столбик с одним накидом. Ну вот, в принципе, наш чепчик и готов. Красота неописуемая. Очень это все ажурно, рельефно. Вот. Осталось вывязать шнурочки и обвязать по низу наш чепчик. Так, вяжем воздушная петля, и сюда вяжем вот в эту вот дырочку 2 столбика без накида. Сейчас будем обвязывать затылочную часть чепчика столбиками без накида. Так, и где у нас были 2 ряда столбиков без накидов, сюда в серединку, вот получается линия, и сюда вяжем столбик без накида. Снова наша дырочка большая, сюда вяжем 2. Здесь у нас были столбики с одним накидом. Пропускаем. Следующую дырочку вяжем столбик, 2 столбика без накида. Снова дошли до наших 2 рядов столбиков без накидов. Сюда в серединку вяжу столбик без накида. Снова наши 2 дырочки, и в каждую вяжем по 2 столбика без накида. Связали следующую, первый, второй. Так, и что мы делаем дальше? А здесь мы столбик пропускаем, и в следующую вяжу столбик с одним накидом. Так, в следующую столбик с одним накидом. Так, здесь получается мы пропустим 1 2, и так, ну давайте в следующую столбик без накида. Можно уменьшить немножко, связать сюда и в следующую 3 петли на крючке вместе. Так, в следующую вяжем столбик без накида, следующую столбик без накида, следующую перед большой дырочкой мы не трогаем. Так, пропускаем, и в следующую дырочку сразу начинаем вязать 2 столбика без накида. Вот такая вот у нас обвязочка. И здесь все в зеркальном отражении мы вяжем. В большую дырочку вяжем 2 столбика без накида. Так, дошли до вот этого узорчика. Сюда в серединку вяжем столбик без накида. Сюда под эту арочку вяжу 2 столбика без накида. Под следующую арочку 2 столбика без накида. Снова дошли сюда, в серединку вяжу столбик без накида. Так, и вот мы дошли до уголка чепчика. С этой стороны мы вязали. Также сюда под арочку вяжу 2 столбика без накида.
Немножко подтяну и вяжу первую веревочку, 45 столбиков, ой, 45 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, вы можете и 50, и поменьше, смотрите сами. Все, я вяжу за кадром 45. Вот я связала свою цепочку из 45 воздушных петель. И при помощи соединительных первую петлю от ручка мы пропускаем. И во вторую пропускаем, во вторую при помощи соединительного. И в каждую петлю сильно туго цепочку набирать не надо было. И спускаемся вниз таким образом. Тут тоже ничего сложного нет. И потом вот так вот подтянуть. Пряжа такая эластичная. Все, вяжем до основания. Вот я уже отвязала свою веревочку. Видите, вот так вот тяну. Они все петельки встали. Последние петли основания. И таким образом переворачиваю. И обвязываю также тыльную сторону. Вот следующий столбик. Столбик без накида. И так, столбиками без накидов обвязываю в каждый столбик предыдущего ряда. Здесь у нас красиво встал наша веревочка, красиво встала. Так, и обвязываем до следующего уголка столбиком без накида. Можете чуточку потуже вязать, чтобы все было аккуратненько. Так, и дошли до шейки, где будет прилегание к шейке. И также все вяжем. Вяжем, вяжем, вяжем. Показывать здесь уже не буду. В каждый столбик вяжем. Такая красивая обвязочка получается. Так, я дошла до следующего уголка. Здесь у меня осталось два столбика. Первый и второй. И здесь у нас была воздушная петля. Мы потом будем присоединяться. Теперь снова вяжем цепочку 45 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И также при помощи соединительных, вплоть до последней петли, и при помощи соединительного, где у нас воздушная петля, мы присоединимся. Так, вот я обвязала свою вторую обвязочку. Подтяните, чтобы все утянуть. И мы уже в конце. Так. Моя последняя петля основания. И вот я вам говорила, здесь у нас вначале была воздушная петля в предыдущем ряду. Мы при помощи соединительного, таким образом подцеплю сейчас я ее, захватываю ниточку через петлю. Все, ниточку мы обрезаем, вытягиваем. Это у нас изнаночная сторона. Мы сейчас красиво все спрячем. Можно взять потоньше крючок или иголку с толстым ушком. Так, и вот сквозь эти столбики, дулечки столбиков мы протягиваем. Можно еще узелок сделать и еще раз протянуть для пущей верности. Ну, так все подлиннее все спрятать. Утягиваем. И наша красота готова. Еще раз тянуть. Так, сейчас скажу, сколько у нас получается веревочки. Веревочки у нас получается где-то 20-29 плюс-минус. Так, и что еще хотела сказать? Да, здесь тоже я потом спрячу. Здесь можно обрезать, утянуть. Вот наш чепчик готов. И на девочку прекрасно подойдет такой цвет. Нежный-нежный. Может быть, еще сниму мастер-класс, как связать пледик. Так,
Что еще хотела сказать и уже забыла. Как видите, вяжется легко и быстро. В итоге, как я люблю говорить, такая красота. Пока еще на улице у нас прохладно. Можно связать для своих малышей, внучат, внучек такую красоту, прелесть. В планах у меня есть. Будем с вами вязать летние детские платьишки на наших малышек. Вот еще обещала сову связать. Обязательно свяжем. Вот, собираюсь снять мастер-класс на днях. Вот, и еще очень много всяких задумок. Даже еще есть одна сова. Маленькая, в другом варианте связана, не менее красивая, чем та сова, которую вам обещала связать. Вот, также, наверное, сейчас вам покажу вот такую салфеточку, как солнышко. Захотелось мне связать что-то такое солнечное. Она у меня еще не постиранная, не обработанная. Просто связала, и уже такая прелесть. На ромашку похоже, да, основание. И в то же время обрамление такое в желтом цвете. Прям солнышко. Хочется мне уже весны. Я люблю сад-огород. И таким образом, может быть, тороплю солнышко весну, чтобы она настала. Не знаю, свяжем или нет. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Рискну связать, потому что здесь очень такая работа на камеру, если вязать. Несколько часов займет, если все это снимать. Вот такая красота. Все. Всем желаю счастья, здоровья, мирного неба и много-много радости. И пусть все у вас будет хорошо. До свидания. До новых встреч.